Всем привет, друзья! С вами Рафаэль Хайтек. В этом видео вы увидите, как сделать из шумного принтера более тихий. А если принтер у вас был не очень громкий, то он станет вообще практически бесшумный. Смотрите видео до конца, ставьте лайки. Все, поехали! Вот сейчас автохоум сделаем. Так, вот так вот звучит. Так вот. Короче, попробую сейчас поменять вот здесь. Где-то тут мотор у нас спрятан тоже, вот здесь под этой штукой. Потом посмотрим, что получится. В общем, открутил снизу вот такую крышку. Столько там винтиков всяких. И вот так вот выглядит принтер снутри, снизу. Такая плата располагается тут. И вот он мотор. Нам надо его открутить, чтобы он вот об эту штуку не гремел и не издавал столько звуков. Так, ну что, посмотрим, что получилось. Ух ты! Намного тише стало. Но все еще громко. Особенно вот эта ось стала вообще супер тихая. Конечно, да. Давайте еще раз посмотрим. Вот эта штука вот очень сильно шумит, железяка. И два Z-мотора. Вот. Вот так вообще почти не слышно стало.